Всем привет! Сейчас мы поговорим о парсинге XML карт сайта. Это очень интересный, очень быстрый метод парсинга ссылок всего сайта, которым почему-то практически никто не пользуется. Но это очень и очень полезный, подчеркиваем, метод. Практически на всех сайтах карта сайта располагается в корне и имеет примерно такой адрес. Sitemap XML. Я не знаю, наверное, процентов 70 или 80 сайтов имеет такую штуку у себя в корне. Вот мы ее загрузили. Конечно, браузер ее может не отображать, но в код страницы, когда мы смотрим, все ссылки присутствуют. И чтобы спарсить эту карту сайта, то есть разом все ссылки сайта, обычно она обновляется, мы переходим в программу. Создаем новый файл проекта для сброса всех настроек. Открываем вкладку ссылки. Выбираем инструмент загрузка ссылок из XML карты сайта. Видим, открылся этот инструмент. Вставляем адрес карты сайта сюда, в это поле. Ctrl-V. Нажимаем загрузить карту сайта. Сейчас происходит загрузка карты сайта через мой медленный интернет. Видим все ссылки, которые там есть. Вернемся к коду страницы карты сайта. То есть все ссылки, вот они, располагаются в каком-то теге. На разных картах сайта этот тег может быть другой. Здесь лог, может быть локейшн или еще что-то в этом роде. Как мы видим, здесь метод поиска ссылок из карты сайта. То есть ссылки у нас ищутся из log, то есть между log и закрывающим тегом log. Если мы укажем здесь другую ссылку, ой, другой тег, то ссылки программа будет пытаться найти ссылки между этим и этим. Очищаем список и загружаем снова. Видим, что программа не нашла ни одной ссылки, потому что в коде этой карты нету такого лог со страшными буквами в конце. Поэтому, если у вас по какой-то причине карта сайта не грузится, проверяйте эти теги, изучив код карты сайта. Я не знаю больше, что тут еще можно рассказать по поводу этой функции. В общем, всем спасибо за просмотр.